Всем привет, на канале вместе с Дасой. Сегодня у меня на канале 500 подписчиков. Класс! У нас сегодня на канале 500 подписчиков. И что у нас есть? Сюрприз для вас. Сюрприз! Вот такой вот большой розовый блестящий киндер. А что внутри? Сейчас расскажет Даша. Теру, можно к вам в гости? Можно, проходите. Киндер, вот такой вот киндер свинка Пеппа. Вот такой вот шар чупа-чупс свинка Пеппа. А сколько их там, вы узнаете, если будете смотреть наше видео. Ну что, открываем? Так, ну на, вот сюда складывай шоколад. Прозрачная капсула. Так. Открывайте. Давай помогу открыть капсулу. Давай. Держи. Подкрепиться чуть-чуть. Подкрепилась? И кто это? Ой, какой маленький Джордж Пират. Да. Какой маленький, какой хорошенький. Давай посмотрим, кто есть в этой серии. Ой, сколько разных. Тут и доктор, и пожарник, и повар, и пират, и какие-то космонавты. Красота! Там еще инопланетяне есть. Это инопланетяне, думаешь? Я думаю, что это космонавты. Да, точно. Мама, здесь еще что-то есть в капсуле. Да? А что это такое? Подставочка. Ой, а как же он сюда ставится? Капсула. А, вот все. Очень легко. Капсулу, что я будем есть одну. Капсулу мы есть не будем. Так, ну вот, у нас есть Джордж уже. Интересно, будут ли у нас повторки? Вынимайся. Итак, открываем. Подкрепка. Так, кто же попадется? Кто же попадется? Я. Мама, помоги, пожалуйста. Не получается? Нет. Тут капсулы такие плотные, действительно. Да. Ну-ка, доставай. Что там? О, инопланетяшка какая-то. А, космонавт, да, космонавт. Инструкция. И кто же это? Кто? Ой, такой интересный. Здорово. Такой скафандр. Красота. Это точно космонавт, потому что на животике значок такой вот космоса. И подставочка. Вот мы прикрепляем тоже на подставочку. Так. Вот. Да, вот Даша нашла, кто это нам попался. Вот. Я помню, как... Вот. Ее зовут. Как? Крайтенок Ребекка. Ребекка? Да. Она просто ушки так вниз сделала, чтобы в скафандр влезла. Ну что, доставай следующий. Кто же там? Итак, открываем. Открываем. Смотрим. Интересно. Так, у нас опять будет целая ваза шоколада. На, мама, открой. Сразу, да? Ты даже не будешь пытаться. Ой! Сейчас папу придется звать. Держи. Так, еще один космонавт. Как зовут? Помнишь? Косочка Кэнди. Да? Вот, посмотри, вот он. Так, а сколько всего фигурок в коллекции? Капсула улетает. Да, капсула улетела. А мы считаем, в коллекции всего... 10 фигурок.
У нас уже три из них пока без повторов. Да. Так, ну открывай, давай, доставай следующую. Подкрепились чуть-чуть. Подкрепились мы чуть-чуть. Открываем. Няма-няма с шоколадом. Мусор улетает. Так. Сразу открываем. Вот это, по-моему, сейчас будет повторка. Так. Доставай. А-а-а. Две киски у нас. И подставочку доставай, киска держи. Пенди. Опять. Ой, сколько у нас любителей космоса. Подкипите мне мы немножко. Еще у тебя есть? Да. Открывай. Кто же там? Кто же там? Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Стучится изнутри? Кто не спряталась, я не виновата. Так, кто-то изнутри уже стучится. Авария, авария. Землетрясение. Шарик. Там картинка чупа-чупса. Да, 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 да. Там на шоколаде выбито такой значок чупа-чупс. Да. Так. Шоколад. Смотрим. Шоколад найс. Да? Здорово. Доставай. Кто там? Показывай. Еще один кролик-космонавт. Это, наверное, самые распространенные фигурки этих космонавтов. Сало. Вот. Даже на своей коллекции нарисована. Да, даже на шаре самом нарисована коллекция. Кто там бывает? Да. Вот сейчас я покажу. Землетрясение! Вот, тут и свинка Пеппа, и Джордж. Так, открываем. Открываем. Какая это капсула у нас уже? Прозрачная. Шестая. Вот. О, кто-то новый! Ура! Ура! Опять-ка Сюзи. И две подставки у нее? Вот это да! Две подставки. Одна фигурка и две подставки. Да. Ну, вот так как-то ошиблись. Это овечка Сьюзи, и она... Посмотри, и даже здесь значок. Да, она доктор. Овечка Сьюзи доктор. И вот еще. Да. Опять. Так, ставим. Капсула вылетает. Да. И запасная подставочка будет. Она не помешает, я думаю. В хозяйстве все пригодится. Так. Сразу и у нас седьмой шар. Седьмой шар взрывается в руках. Землетрясение. Так. И кто-то еще к нам торопится. И я вижу, что там кто-то такой, кого еще не было. Кого еще не было? Открывай. Открываю. Так. Кто это? Это маленький Джордж-космонавт. Да. Вот такой маленький Джордж-космонавт. Просто прелестный такой у него пятачок. Доставаем. Вот. Достаем. Достаем. Вытанным миской. Так. Мелкие кусочки я. Так. Убираю в пылесос. Открывать? Да. Открываем. Ой, такого еще тоже не было. Такого еще не было. И не было такого. И это пожарный. Пожарный. Тоже, по-моему, Джордж. Что-то везде Джордж. Или это свинка Пеппа? По-моему, Джордж. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8. И последний. Последний. Интересно, кто попадется нам? Открываем. Капсула вот. Так, давай. Открываем, открываем. Открываем, открываем. Не видно пока, не могу сказать, повторка или нет. Сейчас вот Даша скажет, вот она откроет до конца и скажет. Кто? Кто? Еще какой-то космонавт. Ну, наконец-то нам попалась Пеппа. А то все Джордж и Джордж. Нам наконец-то попалась Пеппа-космонавт. Посмотрите, сколько фигурок. Даже не из 5. У нас 5 космонавтов. Так. И вот и 3 Джорджа. Но я очень рада, что мне попалась свинка Пеппа. И вот запасная. И у нас еще есть запасная подставочка. Да, у нас 5 космонавтов, 3 представителя разных профессий. Да. Даже у нас не 5 космонавтов, Даша, а 6. Вот же еще космонавт, он просто без скафандра. Вот, 2 представителя профессии и пират. Я не знаю, почему пирата включили в коллекцию свинка Пеппа профессии. Пират вроде бы это как бы не совсем профессия. Да. А из всей коллекции, вот которая здесь... Нам, кто нам не попался? У нас нету свинки Пеппы доктора, и у нас нет свинки Пеппы повара, и, ой, вот полосатый, кто это? Кто? Зеброзои, да, или как? Да, зеброзои. Да, и зеброзои космонавта. В коллекции 10 фигурок, у нас 9, но так как у нас 2 повторки, то у нас получается, что всего 3 фигурки, да, из коллекции нам не досталось. Да. Но зато у нас бонус, у нас есть запасная, да, подставка. Ну что, Даш, тебе понравились фигурки эти? Да, и зато много шоколада, много эти шоколад. Ой, у нас еще и вкусняшка будет сегодня. Да. Да, фигурки действительно, как обычно, как всегда, в шарах Чупа-Чупс очень красивые, качественные, веселые персонажи. Нам очень понравились. И нам осталось собрать всего 3 из коллекции. Если бы не наши 2 повторки, нам бы всего 1 не хватало. Но в следующих сериях вы увидите, попадутся, да, ли нам новые персонажи. Да. Так что, Даша, сколько у нас космонавтов попалось? Да, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Целая команда. Да. Команда космонавтов. Они изучают космос, да? Да. А кто у нас еще попался? Какие профессии? Вот, вот и вот. Ну, называй. Джордж Пират, доктор и пожарник. Пожарник что делает? Тушит пожар. Тушит, если где-то огонь, да, а еще они спасают, да? Да. Из огня людей, а иногда даже и животных. Помогают людям. Очень хорошая, благородная профессия. И овечка сидит, доктор. Доктор. А доктор что делает? Лечит. Лечит. Когда кто-то болеет, доктор приезжает на скорой помощи и сразу помогает, и все сразу выздоравливают. И людям, и кошкам, и собакам, и людям. Ветеринар. Да, ветеринар, правильно. Животных лечит ветеринар, людей лечит доктор. А пират? Что пират делает? Вот мне интересно, что Даша скажет. На корабле плывет. Плывет на корабле. Вот так. Да, а какого цвета у пиратов флаг? Черного. Черного, мы, да. С этим зрачком. Угу. И зачем они охотятся, пираты? Зачем? За сокровищами. Да. Давай назовем это так. Пираты – это охотники за сокровищами. Мама, сними их поближе. Давай снимем их поближе, покажем, какие же они красивые вблизи. Это кошечки-космонавты. Да, вот у них такие каскафандры, значки, да, на груди. Да. Такие у них, как антенки. Да. А это? Это свинка Пеппа, космонавт. Свинка Пеппа. Ой, какой у нее пятачок интересный.
Это кролики Ребекка. Кролики Ребекки, да? Да. Две. Это Джордж Космонавт. Джордж Космонавт, да? Ему скафандр не нужен. Да. Он не в открытом космосе. Да. Вот такой вот румяный Джордж. А это кто? Пират Джордж. Это тоже Джордж. Джордж пират. В такой шляпе пиратской. Да. Так, а это кто? Доктор Овечка Сьюзи. Доктор. Доктор Овечка Сьюзи. А это? Пожарник Свинка Пеппа. Свинка Пеппа. Пожарный. Вот такие вот фигурки. Качественные, красивые. Очень все хорошо нарисовано, прорисовано. Хорошая проработка деталей. Да. В общем, как всегда. Фигурки очень красивые и качественные. Ту-ту. Ту-ту. Я еду в паровозе. Ту-ту. Ту-ту. Мама, смотри, они едут в паровозе. Свинка Пеппа впереди. Тюх-тюх. Тюх-тюх. Ту-ту. Тюх-тюх. Свинка Пеппа вагоновожатая. Да. Так это... А это, наверное, паровозик дедушки? Да. Да? Паровозик дедушкин, чух-чух-чух, чух-чух-чух. Паровозик дедушкин, чух-чух целый день. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 вагонов в нашем паровозе. Чух-чух-чух, поехали. Ту-ту, ту-ту. Ну что, давай будем говорить пока-пока, да, нашим 500 подписчикам? Да. И приглашать новых подписчиков? Да. Подписывайтесь на наш канал. У нас всегда весело, интересно. Новые распаковки, новые видео. Мы будем стараться снимать почаще. Да. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал вместе с Дасой. Всем пока. Пока-пока. Поец вверх. Всем пока, пока-пока. Мя-мя-мя-мя. Мя-мя-мя-мя. И вот эти киски сказали, и вот эти.